This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Александр Сергеевич Пушкин. Красавица, которая нюхала табак. Возможно ли вместо роз амуром насажденных, тюльпанов гордо наклоненных, душистых ландышей, ясминов и лилей, которых ты всегда любила и прежде всякий день носила на мраморной груди твоей, возможно ли, милая Клемена, какая странная по вкусе перемена, ты любишь понять не утренний цветок, а вредную траву зеленую, искусством превращенную в пушистый порошок. Пускай уже седой профессор Гёттингена, на старой кафедре согнувшейся дугой, вперев латынщину глубокий разум свой, раскашившись табак толченый, пихает в длинный нос иссохшей рукой, пускай молодой драгун усатый поутру, сидя у окна, стаканы сушит все до дна с остатком утреннего сна. Из трубки пенковой дым гонит сероватый. Пускай красавица 60 лет в грации, в отпуску, в любви, в отставке, у коей держится вся прелесть на подставке, у коей без морщин на теле места нет, человек в прикуску побивает и с верным табаком печали забывает, злословит, молится, зевает. А ты прелестная, но если уж табак так нравится тебе, о, был воображение, ах, если превращенный в прах и в табакерке в заточении, я в перстне нежный твой попасть смог, тогда по сердечному восхищении рассыпался на грудь под шалевый платок, и даже, может быть, о сладость вожделения до тайных прелестей, которых сам эрот запрятал за леса и горы, чтоб не могли нескромные взоры открыть вместилище божественных красот. Но что? Мечта, мечта пустая, не будет этого никак, судьба завистливая, злая. Ах, отчего я не табак?